Всем добрый вечер. С вами Андрей, и мы продолжаем проходить игру Suffering. Мы все еще не добрались до психушки. Но, думаю, мы... Чудовище уже... внутри тебя! А, вот как раз стены психушки. Так, что у нас тут интересно? Это у нас карты. Архив, думаю, ничего интересного нового не появилось. Тут у нас фотка семьи. Записки. Кто хочет, может прочитать на паузе. Схема огнемета. Сколько раз не проходил эту игру, так и не допер, как собрать огнемет. Окей, ладно, двинули дальше. А, нет. До психушки еще далеко. Или это типа... Или близко. Помнишь, как мы встретились в первый раз? Мы были на холме Друидов. Я увидела тебя на этой старой разбитой вышке. Ты был так хорош, совсем взрослый. Как ты думаешь? Но иногда я думаю, что ты принес мне столько страдания. Пасеки. Мрачное местечко, не правда ли? И червяки тут как тут. Ладно, давайте я его позову. И будем ловить рыбу. Большую и маленькую рыбу. Я взяли вас. Все. С ними покончено. Пополним еще запас патронников. И двинем дальше. Доктор Киллер все очень четко объяснил. Так, а с этой стороны ничего не припрятано. Господа, мы входим на территорию психлечебниц. Во внешний двор. Готовимся по поболе. Киллер! Киллер! Ну и глюки начались. Типичные для психушки. Промахнулся череп. А вот этот уже попал. Уже сильно спал. Еще один откуда-то вырос.
Да сколько из вас? Дохни, тварь, дохни. Ну давай, вылазь, я уже отправлю тебя на тот свет. Ты одно пути в ад. Тут у нас что? Тайничок. Ну, походу, там вход. Окей. Вот я зря свет потушил. А, что-то зависло. О, попустило. Приветствую, два врача. Добро пожаловать. Я очень рад, что ты решил посетить мое представление. Твое участие только добавит несказанное удовольствие. Полагаю, ты тоже будешь счастлив. Насколько я помню, мы не представлены. Это так, Тор? Меня зовут Килли. Доктор Килли. И сегодня, в этот прекрасный вечер, я буду твоим врачом. Добро пожаловать в институт Карнеси по проблемам с корной головой, безнадежных сдвинут и А это только появилось санитар. А пациенты, видимо, у них дома не живут. Так, приветствую. Ну ладно, дверь особо. Коридором психушки, давно пустующий, безлюдный, лишь стоны призраков. Так трудно обуздать поток мыслей, иногда нужна небольшая встряска. О, электрошокер. Но мы кнопочку нажимать не будем. Мы же хорошие. Хотя игра нас к этому активно подталкивает. Точнее, ее обитатели. Заключенный, стоять! По-моему, там кто-то обдолбался. Заходи, заходи, прошу. Подожди, это действительно ты? Or maybe I am dreaming again. Или я опять сон вижу? Нет, точно ты.
Это грязный иммигрант. Он такой дружелюбный. Что за мерзкий наркоман? Он поможет тебе в поисках. Это и есть тот самый русский, Сергей. Тут, понимаешь, странные легенды ходят. Раньше сумасшедший дом находился здесь. Сюда помещали тех, кто себя не помнит. На самом деле всех нас лечить надо. И меня тоже. Потом психушку забросили. Здесь сюда ходим только мы, охранники. Здесь можно почувствовать себя свободным, понимаешь? I think you want something here. Думаю, тебе здесь что-то нужно. Хочешь? Покурим трубку. Да, не думаю. Может, что-то другое? В этом доме творятся странные вещи. Они вызывают твое беспокойство. Слушай, зачем волноваться? Будь мудрее. Плыви по течению. Мой кальян разбит. Кто знает, что еще сломалось в этом старом доме? Может, что-нибудь на чердаке? Сходи, разберись. Ну, конечно, все разгребать. Возвращайся, друзья. Я всегда буду тебя ждать. Кому еще? Нет, там уже торчку. Слушай, кажется, ты хочешь попасть на чердак. Дом старый. Возможно, тебе придется пройти через большой вестибюль, чтобы туда добраться. Далеко будет трудно там прыгнуть. Тебе может понадобиться какая-нибудь там, ну, что-то вроде стремян. Просто так на чердак. Похоже, нам сюда. Так, куда нам было? Я приехал сюда, в страну свободы, и вот работаю в тюряге. Забавно. А что действительно смешно, так это то, сколько мне еще... Надо обрати мнение, когда тебя слушать. А, вот так он выглядит при жизни, доктор Келлер. Именно в этой комнате будут раскрыты все секреты. Я буду использовать экспериментальную установку, которая поможет мне нанести на карту неисследованную территорию. Но ты пока не можешь участвовать в представлении. Сначала докажи, что ты на самом деле стремишься излечиться, и что ты стоишь моего потраченного времени. Надеюсь, вскоре увидимся. Опять до связи. Опять нас заперли. Так, поверху или понизу сначала? Давайте спустимся вниз. Моя работа, вот что привлекает их внимание, зажигает взгляд. Делают меня незаземный мальчик. Мои действия обнажают скрытые стороны человеческой натуры. Показывают, что заставляет нас совершать правильные и неправильные поступки. Отдельно от нас. Тебя не интересует, почему ты поступаешь именно так, а не иначе? Звезды не блистают так ярко, как над островом Карн, над этой стеной. Я с удовольствием познакомлю тебя с миром твоего подсознания. При условии достаточного затемнения, этот проект, чудо современной науки и техники, позволяет мне предстать перед тобой. Теперь проявление моих талантов не ограничено по времени. Я могу демонстрировать их без остановки в течение тысячелетий. В таком запутанном деле, как твое, мне понадобится полный, все твое время. Садист, извращенец и маньяк. Вот все, что можно сказать об этом гаде.
Интересно, нам дадут возможность как следует ударить его по его призрачной заднице, чтобы он прочувствовал попу боль. Эта дверь закрыта. А хороший день днем с огнем. Но на самом деле этот бардак не сравнится с тем, что творится в своей башне. Похоже, наш один нас поймали. А для меня главное навести порядок там. Как же тут мерзко и неуютно. Либо разобраться здесь со своими делами. Тяжелая форма слабоумия, а может быть хроническая меланхолия, или неосознанный порыв вернуться к стереотипам, неприемлемым в современном обществе, ведь он не позволяет лезть на пролом. Чистые листки. Звонят. Алло, алло. Папочка, папочка, это ты? Я по тебе так скучаю. Когда мы увидимся? Папочка, папочка. Этот бедолага не смог справиться с тем, что увидел. Скажи мне, что ты видишь, Торг? Ну, когда-то было страшно, а сейчас... Сейчас нет. Но все же тут так мрачно. Очень хочется тут отсюда поскорее сбежать. Так. Похоже, нас предлагают пожарить. Среди нас, ты улавливаешь мою мысль? Это прекрасный новый мир. Ну, для тебя-то они не в новинку, так? Но мы его поджаривать не будем, хотя его поджарил, но думаю, это не вариант. Ладно, похоже, нам в эту дырку не справиться перегнуть. Может, поджарить? Еще запчасти от манекена. В этом новом искусстве есть одна проблема. Очень трудно найти хорошего актера. Конечно, я способен оживить этот кусок целлулоида, но кто появится напротив меня? Кто будет Яго рядом с моим Отелло? Элизой Дулиттл рядом с профессором Хиггинсом? Мой выбор — искусственные актеры, синтетические, ходульные персонажи, которыми очень легко управлять. Они не спорят, не жалуются, не вмешиваются, а гвоздь программы — это я. Тарчик, как ты видишь, тарчик. Жрите дробь, зараза. Что нам нужно сделать? Ага. Взять топорик и убрать эту металлическую клетку.
ничего интересного не лежит. Вроде нет. Бойлерные. И здесь подкидывали в печь уголь. Как это написано? Да. Не можешь ли помочь почившему уму из памяти изгнать глубокую тоску? Очистить разум от страдания. Я зря. Противоядием забвения снять тяжесть жуткую, что душу угнетает. Боже мой, если бы все было так. Поэт. Ты когда-нибудь задумывался, вроде совсем тебе такая мистрость, Тор? Что происходит, когда в твоих глазах мертвый свет? Ты когда-нибудь видишь зверя? Жуткое создание, один вид которого повергнет разумного человека в паничный бег. Расскажи мне о нем. Ладно, пора подниматься наверх. Лифтик, сломанный лифтик, там, наверное, припасы. Ну и кто-то давно умерший. 2-0 дальше. О, выбрался. Как же у нас демон. Наши звери. Нам должно быть пригодиться. Но сначала посмотрим все палаты. О, он еще живой. Иногда спокойствие ума нарушает их затем. Тогда от него лучше избавиться. Ужас. Он все еще жив. Какой кошмар. Больше ничего не пропустили. Это мерзкая психушка. Ладно, возвращаемся. Это не разрубить. Ладно.
сильно от этого. Бедовая. Ты сделал верный выбор. Покойся с миром. У нас времени отдыхать, надо двигать дальше. Ну все как в классическом американском фильме ужасов. Психушка заброшенная, на улице льет дождь, гром гремит, молнии сверкают, слышится шорох и скрип несмазанных окон и дверей. Плачь ребенка и хихиканье мертвого пациента. И вот мы на чердаке. Ну, думаю, свои дела тут поделать нам никто просто так не даст. Поэтому готовимся к попоболе. А это что это за установка? Это если вы экспериментальный метод. Все, я к радио прошел. Кто станет вещать только в звуковом диапазоне, когда по-настоящему аудиторию может завести только изображение. Попытка создать целый мир, основанный только на звуке, была по меньшей мере дорога. Ну, как я и говорил, с радио ничего не получилось. Ты слышишь эти голоса? Ты слышишь голоса? Что они тебе говорят? Косой. Лови дробь, зараза. Вот гадостный этот на обезьянке. Да сколько вас тут?